Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. И в этом видео мы с вами будем делать веточки эвкалипта. Итак, приступаем. Беру полоску бумаги, номер бумаги 17А6, и ширина полоски 3 см, и растягиваю ее очень-очень сильно. Затем равняю края и складываю в несколько раз. Складываю для удобства, так, чтобы можно было нарезать квадратики 3 сантиметра. Если вам так неудобно, то разрезайте по одному квадратику. Я нарезаю сразу много, так гораздо быстрее и удобнее. Затем беру проволоку флористическую где-то 3 мм. Окунаю ее в носик горячего пистолета и приклеиваю к одному листику. После этого беру клей ПВА, кисточку и наношу небольшое количество клея по всей поверхности нашего будущего листочка. Затем накрываю вторым квадратиком и как следует прижимаю, чтобы клей хорошо схватился. И так я проделываю со всеми остальными листиками. Склеили все листочки и откладываем, ждем, пока клей высохнет. После того, как клей высыхает, мы придаем нашим заготовкам форму листочка. Снизу я срезаю только уголочки, затем переворачиваю заготовку и вырезаю листочек такой формы, чтобы нам что-то напоминало форму яйца. Листики у меня все практически одного размера, но ничего страшного, если будут у вас где-то больше, где-то меньше. В природе нет ничего одинакового. Затем я хочу немножечко придать оттенок. Я беру красную масляную пастель и с помощью поролоновой губки слегка-слегка наношу на наши листики с двух сторон. И проделываю все это тоже со всеми оставшимися листиками. Тейпировать я буду тейп-лентой коричневого цвета. Можно взять просто зеленую бумагу или зеленую тейп-ленту. Смотрите и пользуйтесь тем, чем вам больше нравится. Тейпирую тоже все абсолютно листики. И теперь собираем все в одну веточку. Беру проволоку длиной около 15 сантиметров, здесь уже длина не имеет значения, и начинаю скручивать листики. Сначала тейпирую немножечко саму проволоку, затем беру два листика, складываю их где-то на одном уровне и скручиваю тейп-лентой. Обматываю немножко, где-то около сантиметра, и прикручиваю еще два листика и стараюсь все это делать в шахматном порядке. Так мы прикручиваем все наши листики к проволоке, формируя веточку. У меня листиков получилось на одной веточке нечетное количество, это и не обязательно, потому что эвкалипт не всегда бывает с четным количеством листиков. Прикручиваю последний листок. Тейпирую оставшуюся проволоку, не оставляю ее просто голой. И теперь отгибаю листочки, формируя саму веточку. Отгибаю слегка и обязательно следите за тем, чтобы все было в шахматном порядке. Наша веточка готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!